Этот человек только жертва зла. Мне казалось, исцелить я б его смогла. Он смотрел, как тот, кто спасение ждет, но не в силах оставить тьму. Как помочь ему? В свете гимнов и молитв, в хладе храмовых колонн, душа моя давно огня ждала. И вот он запылал, и вот ворвался он, во взгляде врага я его нашла. Так пусть ранит он меня, пускай опалит ладонь, где страх, там и борьба, где боль, там и любовь. Лишь прошу, не прерывай мою смертельную игру, я его одолею, я в ней или умру. Лицом к лицу, глаза в глаза, вот он мой враг, вот он мой друг, слышен сердце стук, не разнимай горячих рук, отец мой. Позволь сразиться с этим пламенем хоть раз, хоть раз, хоть раз. Вспыхнули хищные очи, не оторвать мне взгляда. Вот испытанье мне, отче, вот ты моя награда. Я приведу к тебе этого зверя. Yeah.